Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Я дошел все-таки до 25 ранга. Вчера ночью парился, но все-таки прошел. Так, ну что, у нас с тобой ранний доступ. Давай начнем с него, наверное. Не дайте звездочке погибнуть, и она быстро размножится и заполнит весь газон. А защитные суперспособности растений из колоды цитрона, водопровод, придутся здесь как раз кстати. Увеличьте их в размерах и отправляйтесь в атаку. Давай попробуем. Так, мы против бессмертия играем. Значит, будем защищать нашу, да? Змейку. Так, секундочку. Сыграй за разных героев, а то контент однообразный. Я уже запарился вам писать по поводу разных героев. Я не могу играть за того, у кого у меня нет карт нормальных. Как тебе буду дрынкать, скажи мне на милость. Так, ну что, попробуем. Зря я, наверное, так сделал, да? Хотя нет. Странно, не стала она уничтожать. И это зря. Потому что мы начнем делиться. Так, давай посмотрим, что дальше. Так, что у нас здесь? Амфибия. Ну что, поставим? И сделаем вот так тогда. Хочется просто посмотреть, кто у тебя там? Ага. Не на тех напал, парнишка. На. Так, скоро защита сработает, да? Мы делимся. Сейчас уйдет. Уйдет в сторону. Что я могу сделать? А я могу сделать вот так вот. Прикол, прикол. Ну-ка, посмотрим. Наносит бонус на атаку. Меня это нисколько не пугает. Вот то, что защита, конечно, срабатывает, это да. Все растения получают минус один. Вот так вот, да? Жучара. Ну что, осталось 7 хп. И это круто. Единственное, что мне некуда поставить. Смотри, что творит, а. Поехали. Так, минус. Этому минус. Сейчас опять защита сработает, да? Создает случайного зомби. Да все, ребят, тут крышка. Ну что ты сейчас сделаешь? Ну, что? Ничего. Ну, вампирчика позвал. Ну, вот так вот я сделаю. И все? Ах, вот ты что решил. Ну, давай допустим. А вот этот рядок, ты видишь вот этот вот рядок? Нет? Нет, не видит. Ну что, вот так вот мы сыграли с тобой. Довольно легкое было испытание, как по мне, ребят. Кстати, мы с тобой накопили 1000 гемов. А что я говорил, когда мы с тобой наберем 1000 гемов? Естественно, будем покупать пак. И настало это время. Так, идем с тобой в наборы. Для меня такие дорогущие наборы, спасибо большое. Так, ну что, я хочу, ребята, вот такой вот пак открыть. Не знаю почему, но здесь вот очень много персонажей, которые мне нужны и которых у меня нету. Поэтому как бы хочу вот здесь вот рискнуть. Надеюсь, никто не будет против. Поехали, покупаем. Фух, ну что, как говорится, с Богом. Открываем, ребята. И смотрим. Ну, блин, ну хоть что-нибудь новенькое-то дали бы. Абсолютно все есть, ребята. Абсолютно все, что здесь подсовывают, у меня есть. Давай посмотрим по редким. Так. Вы издеваетесь, да, надо мной сейчас? Так, пират новый, мега редкий. Есть этот гриб. Два даже гриба. Ну что, легенда есть хоть одна? Есть, какая, кто?
Ух, ё. Еще одна. Ядрить, макарить. Так. Ага. Ты посмотри-ка. Как оно все пошло-то хорошо, а, ребят? Замечательно. Так, а вот это что за легендарная карта? Кто ты такой? Зомби из разных измерений. Превращается в случайного зомби стоимостью 3. Если разыгрывается научная карта. Да? А этот у нас что делает? Когда у Гаргантюа уничтожает Ресини, уничтожает и все его копии. Угу, понял. Ну, как бы по легенде... Хорошо, конечно, что выпало две легенды, причем новые, которых у меня не было, но, честно говоря, немножечко не это я хотел. Мягко сказать. Ладно, ребят. Получили и получили. Ну что, а мы с тобой отправляемся на битву. Не могу тебе сказать точно, что мы перейдем сегодня на 26 ранг, но я постараюсь. И будем играть мы с тобой сейчас за картошку. Как мне сейчас написали, поиграй за разных героев. Ребят, я за этих-то героев, у которых есть и карты легендарные, все, не могу отыграть. А если тебе кажется, что контент однообразный, ты можешь просто-напросто его не смотреть, и все. Я никого не принуждаю и не заставляю. Кому интересно, тот будет смотреть. Почему-то враг первый сдался просто. Сразу же. Не знаю, почему, ребята. 9-й ранг, конечно, у него там, но... Не знаю. Что-то вот так вот он сдулся. Ладно, бабах. Поехали дальше. Как бы это было не в счет. О, одинаковый ранг. И мы играем против бессмертия. Хм. Хорошенький раскладик получается у нас тут. Ёпрсоты. Ладно. Давай смотреть. Угу. Я так понимаю, ты будешь сейчас его убирать, да? Свой... А, ты никак не уберешь его, понятно. Ты его никак не берешь. Ладно, взрываем. Бумс. Ну что там дальше у тебя будет? А я тогда на воду поставлю. Будешь уничтожать его, нет? Да, он создает случайного зомби, но на возвышенности. Блин, и это ниндзя. Как же тебе повезло-то, а? Что именно ниндзя-то тебе выпал здесь? Ммм. Стоит воспользоваться, наверное, да? Стоит воспользоваться этим моментом. Так, начинаются приемы. Так, на тебе. Ну что, я предлагаю вот так вот сделать. Уничтожает растение. Ну ладно, хорошо. Блин, защита срабатывает. Первая защита, да? Ягодка. Вишенка, да, взрывная. Ну что, я могу, наверное, еще поставить один орех. Посмотрим, что сейчас посмотрит бессмертие сделал. О-о-о-о-о. Начинается. Ладно, я делаю вот так вот. Ну и вот так, пожалуй. Опа, опа, опа. Чё там все растения получают минус один, минус один? Ну ладно. Да ты запарил, а, со своими этими, со своей броней чертовой. Ну
Ну все, и взрывать это однозначно, ребята. Вот этих вот двух хламонов будем сейчас взрывать. Так, каким образом? Через вишню. Поехали. Это 4-6 урона, да? В лицо можно сейчас врезать. 6 урона в лицо, потом что? Ау, бесенка, беспилотника выставляет. Ну, получим 6 в лицо, понятно. Но и он тоже 6. Поехали. Опять у него защита, блин, сработает. Ну, что мне здесь делать? Так. Вылез фотограф, да? Ну, давай я поставлю так вот. К примеру. Что еще тут можно сделать? Ну, наверное, вот так вот, я понимаю. Так, посмотрим. Размещает зомби-астронавта. Прокачивает своего этого олуха, что ли? Я понял. Самое обидное, что сейчас мы в лицо толканем, и у него еще сработает вот эта вот фигня. Все, но на этот раз больше защиты нету. Размещает летучих мышей. Все, крышка, ребята. Крышка. Почему крышка, ребята? Потому что сейчас выставляем ягоду. И в лицо прям двоечку бомбим. Ведь так будет. Можно, конечно, попробовать посадить кукурузу. Но зачем она нам нужна? Но вообще здесь не понадобится. А вот так вот будет быстрее и проще. Все. Так, ну что, двигаемся тогда дальше. Нам нужна еще одна победа, чтобы перейти на 26-й ранг. Но, как ты можешь понять, будет сейчас не все так просто. Сейчас мне дадут какого-нибудь противника, а возможно даже не одного, с которым я... Ой-ё! Все, ребят, ну тут понятно. И дали великануса. Жди беды. Ну что я тут сделал? Да ничего, ребят. Ну великанус, ё-моё. Если у него нормальные карты и человек умеет играть, какой там 26-й ранг? Видишь, как начинается. Мне даже нечего сделать, ребят. А что он делает, я уже забыл. На ландшафте получает 1+1. И опять не... Ага. Ага. Давай вот так вот сделаем. Бумс. Так, допустим. Еще один хлыщ. Вытянул карту и довольный, думаешь, да? Ну что, надо вот этого бомбить. Ребят, в любом случае. Можно, конечно, было бы и этого, но неохота получать урон просто в лицо. Так, этот еще и с мишенью, да? Грибок мне выпал. Усы. Что тут мутит, а? Можешь мне объяснить? Давай вот так вот сделаем. К примеру. Ландшафт сейчас поставит какой-нибудь, да? Чудотворный.
Или что он будет сейчас делать? Ага, видишь? Потратил. Хорошо, что я не стал использовать пузырь вот этот, ребят. Шипы. Так, энергию, добор энергии делаем, да? Так, ну этого понятно. Этого можно уничтожить сейчас будет. Вот этого я имею в виду. Три плюс шипы. Ну да. Мне легендарная карта выпала. Я поздравляю тебя, Денис. Единственное, что я боюсь, может выпасть отсюда кто-нибудь посерьезнее, чем сейчас. Этот-то 4 в лицо нанесет, а вот... Но... Раз, два, три, четыре. Четыре карты у него, блин. У меня 12 хп. Че, он завис, что ли? Ребят, ну это проход сейчас будет тогда. Проходящий бой. Это просто проходящий бой. Итого у нас получается 2 халявы на сегодня. 2. То есть я автоматически перехожу на 26 ранг. Но это, ребят, не моя вина. Это вот вина тех ребят, которые просто не смогли сыграть. Кстати, у нас же с тобой есть новые карты, да? Которые выпали. Что за карты? Давай посмотрим. Изменить. Ага, здесь Гарнитюа, вот он. То есть как бы есть смысл его брать. А вот этот вот, нафига мне вот этот вот, скажи-ка мне на милость. Он вообще тут не в тему стоит, если честно. Ну представь, вся колода на Гаргантюахах. Это, наверное, перебор, мне кажется. Хотя... Тут не хватает еще, знаешь, кого в коллекцию нам? Вот этого Гаргантюа взять. И все. Ну что, попробуем? Попробуем сыграть, да? Выбрать, играть. Но, понимаешь, в чем проблема? Если нам сейчас будут давать самые серьезные вот эти вот крупные карты, это не есть хорошо. Вообще нехорошо, потому что я... А, ну тут, в принципе, нормально, ребят. Вот здесь годится. А что годится-то? Здесь у нас... Блин, я попутал. Не 2 энергии, тут 3 энергии нужно будет. Блин, и это вспышка на солнце. Надеюсь, не на грибочках, иначе нам будет очень плохо. Хотя он может и не на грибах, он еще может, по-моему, на прочерках, да, играть. Вспышка на солнце. И на фасольках. По-моему, так. Вот как он начал, да? Будет прокачивать свою свеколку эту. Ну, мы сейчас что сделаем с тобой? Мы сделаем следующее. Будешь прокачивать? О, как. Немножко нежданчик, ребят, если честно. Так, ну это мы уберем пакость отсюда. Так, это будет плодить ему бананы, да? Банановые бомбы. Окей. Ну что же, пускай тратит свои бомбы эти банановые. Ему все равно придется тратить. Наверное, даже 2 штуки. Одну сюда и одну сюда. Так он будет делать? Или не так? Одну в любом случае ему нужно будет. Ах, вот он как. А сюда бомбочку, да, банановую потратит? Можно с тобой поиграть. Да, в принципе, можно, только попозже. Так, опять банановую эту фигню свою сейчас вылупит. Так, ну что я могу сделать? Вот так вот. Потратит он сюда, не потратит, я не знаю. У него одна бомбочка, да? Но у него, может быть, всякие тут коктейли. Слушай, он не зря, ребята, взял банан. Видимо, он что-то будет
стакать. Вопрос в другом теперь только. Как мне это быть? М? Пропустим ход. Будем уничтожать, короче, с тобой вот этот вот банан. Так, сколько у нас? Фигня получается, да? У нас получается с тобой фигня. Так. И вот так вот сделаем. Окей. Так, что мы сделаем с тобой? Давай вот так вот я поставлю. Ему придется сюда потратить два банана, да? Раз. Два. Все, да? Так, здесь мы лечимся. Блин, где мои карты? У меня одни бонусы, блин, стоят. Вот эти вот никчемные, да? И все. Ну давай я сделаю вот так вот. И как тут еще сделать-то? Ну и вот так вот. Какая у него груша была? Окей, была у него груша. Поехали. Давай сюда. Угу. Все дает свою солнечную энергию. Дает, дает. Опять у него там груша будет? Я, в принципе, не удивлюсь, ребят, если у него будет груша. Меняет даже. Поменял ландшафт. Хорошо. Так, наносит сюда урон. Еще наносит. Сколько у тебя там этих бананов? Хватит, да? Понял. Все на этом. Я, насколько понимаю, бананы у тебя кончились, да, бро? Поехали. Так. Может быть, еще поборемся все-таки, а? Давай-ка я вот так вот сделаю. Опа. О, даже как. О, даже как. Смотри, смотри, смотри. Наверное, он такого не ждал, конечно, да? Угу. Не ожидал. Поехали. Так, всем в лицо, бумс. Так, ну и что же у нас тут остается? Уничтожаем. Так, у него есть удар солнечный, который наносит 3 единицы урона. Он может мне в лицо, ребята, бомбануть. Так, поставил тыкву. Тыкву уничтожит, конечно, мне.
моего летуна. Знаешь, что будет плохое? Если у него сейчас выпадет солнечный удар, он... он мне в лицо бомбанет, так ведь? Тогда странно получается. Блин, фигово, ребят, мы тут можем проиграть. Хотя нет, проиграть не получится. Если он кого-то здесь поставит больше 7, то проиграем. Или хотя бы вот сюда, на первый ряд. Тогда фейл. Да, друзья мои, фейл. К сожалению. Если бы у меня была бы здесь немножко другая заклинашка, тогда бы выиграли. А тут, видишь, ландшафт выпал. Ни одного гаргантюа, ты прикинь, вот сколько их у меня в колоде, ни одного. Ты посмотри, сколько их. Вот это только выпал, все, остальные хоть... А, нет, вот это выпал, но это не гаргантюа. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Пять их, ни одного. Ладно, ребят, поехали еще разок, сыграем. До 27-го-то, конечно, хотелось бы добраться, но... получится ли? Так, против нас Роза. Роза. Ну ладно, давай посмотрим. Роза это тоже, ребят, еще та пакость. Со своими вот этими вот превращениями в козлов, да? Потом что там еще у нее есть. Поехали. Так, ну что, начнем, наверное, да? Угу. И в кого? Ну, естественно, мне в кого-нибудь нормального может превратиться. Нет, конечно, ребят. В курицу. Ну, будет бегать, конечно, тут сейчас по полю. Сломя голову. Сломя голову будет бегать сейчас по полю. Поехали. Можно, конечно, давануть было бы его. Но зачем? Пускай он там стоит себе. Ох, ё. Вот это хорошая, ребят, карта. Чего? Заморозки? Так, сейчас у него еще что-то там выпадет. Превратить в козла, да? Вот этого будет превращать. А, вот так вот. Ну что же. Что, будем этого давить или этого? Я не знаю даже, кого тут лучше. Ну давай. Опачки. Так, ну сейчас посмотрим, что он будет выставлять, а там уже будем думать. Угу. Смысла нам, конечно, нету с тобой этого делать. Давай вот так вот даванем. Поехали. То, что нужно, мы с тобой уже тут понасобирали, да? Нам этого достаточно. Так, давай здесь сделаем. И вот здесь. Замораживает. И вот так вот. Так, иди-ка вот сюда, парень. Иди-ка ты сюда. Угу. Так, ну что здесь, наверное, сделаем с тобой вот так вот.
Кого там заморозить-то собрался? Этого? Понятно. Все, надеюсь, на этом, да, у тебя? Поехали. Сейчас у нас с тобой еще блин, у него быстрее в козла превратить, да? Последняя карта у него, по-моему, осталась. Превратить в козла. Ну, вот этого превратит. Медика. Это, я считаю, ребята, глупо было. Угу. Лечимся. Короче, в козла он превратить не сможет уже, да? Теперь мы с тобой выставляем вот этого вот парня. Да, я думаю, тут все будет сказано этим. Ну, что вот он сейчас делает? Я не знаю, ребят. Как вот он будет с ним бороться? Все потратил. Абсолютно все. И превращение, и... А, в рикошетом. Ну, только что если рикошетом, и все. Погнали. Рикошетом. Так. Поехали. Допустим, так. Что ты на это скажешь? Роза, ау. Угу, заморозочку решил. О, даже как. Слушай, а где же у тебя тогда, я не могу никак понять, эти-то? Как их звать-то, ребят? Подснежники? Или ты без подснежников тут играешь? Просто на заморозках. Что-то как-то странно, конечно. Что-то, конечно, как-то немножко странно, да? Это трэш, это просто трэш, ребят. Как он тут будет, я фиг его знает. Ох ты, смотри-ка, заморозочка. Оп. Какой хитрец, да? Такой довольный. Ну да, продержится еще один ход. Уничтожит мне вот этого. Вот даже как. Ох ты. Вот это, ребята, лютая прокачка. Ты посмотри, что творит. Блин, серьезная заявка, ребят. Ух, какая серьезная заявка. Ну-ка, давай. Посмотрим, что он дальше будет делать. Ага. О, даже как. Так, ну кто мне тут мешается больше всего? Я не знаю даже. Давай вот этого уберем, наверное, отсюда, да? Плюс ко всему... Наверное, сюда поставим безумие. Ну и все, и достаточно, я думаю, этого. Так, сейчас у него сработает заклинашка. Последняя его. Заморозочку. Так, прекрасно. Окей. Так, сейчас мы еще кое-что с тобой придумаем. Пропускаем ход. Будет сдаваться он или нет, или будет до последнего? Я не знаю, ребят, ну прикольно, прикольно. Так, вытягивает карту. Вытягивает карту. О как. О как. Ты гляди. Угу.
Так, что мы можем сделать? Ну, давай сюда вот поставим его. Поехали. Бабах! И все, ребят. Но он боролся до последнего. И очень круто, кстати. И очень, кстати, круто. Ну что? Еще разочек за разгрома. Так, против меня зеленая тень выползает из кустов со своими супер-пупер горошинами. Да, зомбос, я, конечно, рад, что ты выпал мне, но не в данный момент. Не в данный момент, не в данной ситуации. Поехали. Так, что будет делать? Ага. Так, ребят, колода на заморозках. Колодочка на заморозках. Что будем делать? Что будем делать, друзья мои? Скажите-ка мне на милость. Еще и 2-2 получает. Сделаем с тобой вот так вот. А знаешь зачем? Чтобы уничтожить. Так. Пропускаем ход. Что, будет опять замораживать, да? Ох, елки ты палки. Аж 2. Аж 2 заморозки сюда идет, да? Ну давай, фиг с ним. Пускай применяет свои капельки, эти замораживающие. Так. Кого уберет этого? Понятно. Погнали тогда. Ну что, убираемся с тобой этого дурачка отсюда. Сколько у тебя еще там этих подснежников? Скажи-ка мне на милости, а? Так, 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 так. Поехали. Ну, естественно, ребят, сейчас будут заморозки и все тому подобное. Тут перцы. О, сейчас будет уничтожать. Тотально. Сейчас буду уничтожать тотально, ребята. Так, 2-4 в лицо, да, получу? 6, мне еще не хватает чуть-чуть, ребят. Так, поставим сюда. Неужели у тебя там дофига... Ага, ага. Че, погнали, наверное, да? Или как, или лучше мы сделаем... Лучше мы сделаем с тобой вот так вот. Ай, горошина у него сраная сейчас посередине полетит. Только не вот этого. Убирай вот этого, но не вот этого. Е. Так. Угу. Захиливаемся. Эту грушу надо сносить, ребята. Поехали. Надеемся, что заморозки нет у него. Надеемся. Блин, ну горошина, наверное, есть тогда, да? Фигня получается, короче, какая-то. Ой-ой-ой-ой-ой, это плохо, ребята. Это плохо. Это чертовски плохо. Мне нечем. Мне никак, ребята. Мне никак тут не побороться. Я, если честно, думал, что у него на заморозках здесь все это сделано. А видишь, получается, что не шиша.
Что он там заморозил, да? Блин, у меня ничего и нету. То есть это 4 сюда, 4 сюда. Все, мы проиграли, получается, да? Это мы, получается, проиграли. Этот бой. Поехали. Ну, тут, ребят, сейчас вмажет. Хотя, погоди. Тут еще бабушка надвое сказала. Может быть, еще и прокатит все. Все зависит от того, что у него там в руке. Пропускаем. Ты смотри-ка, вытягивает две карты, а? Три, два, пять. Все, ребят, крышка. Ну, не хватило чуть-чуть. Что я сделаю, блин? Три, два, видишь, пять. Все, все как-то через сраку, блин. Хотя, подожди, может быть, мы сейчас... А, нет, все нормально, ребят. Я совсем забыл, что у него здесь двойной удар. Да-да-да-да-да, это же только за счет этого. Так бы все расписали бы. Ну что, попробуем еще один последний бой. И надеюсь, это действительно последний бой, потому что хочется уже перейти на 27-й ранг. Ну, блин, вспышка на солнце. Ну и что мне тут? О-о-о-о, смотри. Смотри, что тут мне надавали сразу же. Офигеть. То ничего, то все сразу же, да? Грибная фигня, ребята. Это грибная фигня. На грибах это поопаснее, чем на заморозках, если честно. Но опять же, все как пойдет, ребят. Все как пойдет. Он, наверное, уже сразу понял, что здесь. Да-да-да, он понял это дело. Прокачивает. Так, мы с тобой, наверное, сейчас кого? Вот этого, наверное, да? Или вот этого? Ну, не имеет значения кого. Любого поставим. Просто хотя бы прикрыться. Так. Естественно, нам сейчас тут врежут. Блок. Хиляться пока не будем. Три энергии. Что делаем с тобой? Так, 100% у него еще один гриб, да? 100% я тебе говорю, у него еще один гриб. А давай вот так вот сделаем. Я же тебе говорил, еще один гриб у него будет. Все? Подсолнышек у него еще тот вылез. Так, ну что, мы с тобой уберем. А давай вот этого. С глаз долой, сердце вон. Так, получим 6, 10 хп останется всего лишь. Окей. Так, теперь интересно получается. Давай сделаю вот так вот. Просто кто у него там? Вот что меня интересует. Заклинашки, да? И очень много. Три штуки. На земле получает минус один зомби, по-моему, такая есть у него. Ой-ой-ой-ой-ой, только не говори грибную фигню. Слушай, тут что-то, ребят, плохо все. О, даже как. Даже вот так вот.
Ну, предположим, я даже хильнусь. 6 в плюсе, да, получается. А мы получим с тобой сейчас 3 плюс 4, 7. Да дофига на получаем мы сейчас с тобой тут урона-то, если честно. Так, 3. Защита, я надеюсь, успеет сработать вот от этого поганца. Нет. Ну что тогда мне делать? Так. И вот так. Наносит 3 урона. Окей. Призрак, призрачек, поехали. Так, зарабатывает защита. Что у нас там с тобой? Усиление, по-моему, да? Усиление. 4 в лицо. Как обычно, ребята, 4 в лицо. Так, ну что? Уничтожает всех растений, да? То есть, получается... 2 и меньше, 2 и меньше. Так, погоди. Давай сделаю вот так вот, фиг с ним. Ох ты. А вот это, по-моему, все, ребята. Это уже крышка. Три. Да, тут, по-моему, даже ничего не поможет нам. Хотя, нет, помогло. Что там у него дальше? Я не знаю, ребят. Зомбос, это, конечно, хорошо, что зомбос. Тун-тюрюн-тюрюн-тюрюн. Так, мы с тобой сделаем вот так вот. Шук. Да иди ты, блин. Все растения получают плюс 2, да? Так, ну вот этого мы с тобой перенесем сюда. Так вот. Так, а вот здесь вот сделаем. Вот так вот. Поехали. Окей. Так, ну что? Сделаем вот так вот. Сделаем вот так вот. Да и хорош пока. Посмотрим. Ой, какой светлячок-то у нас тут выпал. Господи. А прикинь, сейчас у него защита сработает. Вот это будет весело. Ребята, все, фейл. 3 в лицо. Да и даже не обязательно так делать. Ну, видишь, кто бы мог вот подумать, что у него вот так вот сработает. Я бы спортсмена бы сюда бы не ставил бы, я бы сюда ставил бы, но... Вот так вот. Все. Фейл. Ну что, последний бой и все, хорош, ребят. Оу, елки-палки, дали 37-й ранг против меня. 30, блин, 7-й ранг. В плане, я же даже не успел выбрать ничего. Офигенно, блин. Зашибись, я даже не успел ничего взять. Мне уже все соединили, все. Ну давай ты уже, господи. Сидит там, думает, соображает 3 часа. Цитрон, вон.
Блин, ну вот этот, конечно, последний бой вообще. Вот я, ребята, о чем и говорю, что никогда не понимаешь, как эта фигня сработает. Че, я не понял, вылетел что ли, чувак? Ну, тогда, ребята, не судьба у нас посмотреть последний поединок. Он вылетел. Все, ребятушки, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!